Йоу, гайз, с вами Шумики, и мы продолжаем играть в игрухи под названием Куб Экспейс Сезон. И у нас там остается два сезона, это осень, если я не ошибаюсь, и зима. Так, начать. Фэл. Осень, 1971. Так, у нас тут уже все в крови. Полностью все в крови. Опа, кровавленный нож. Мне втыкнуть нужно? Так, сюда что-то можно положить. Окей. Закрыто. Ну, это, короче, не очень важно. Что с тобой делать? Блядь, у меня нож был активирован. А, я нашел. Я не хотел. Ты, короче, за окном у нас ничего. А, так это свет еще выключен. Так, пусто. Закрыто. Ножом я могу открыть? Не могу. Ага. Так, свеча. Здесь у нас уже пусто. Телевизор. Так, включить. Первый канал. Второй канал. Так, три, это шесть. Так, сейчас мне нужно точно куда-то записывать. Так, шесть. Потом четвертый канал. Ничего. Пятый. Ничего. Шестой. Ничего. Может, у меня в последовательности какой-то нужно нажимать? Серьезно? А, типа шестой. Пресс один. А, единица. А, в уши бьет сильно. Окей. Буду, короче, монтировать жестко, походу, со звуком этим. Шесть. Один, два яйца. Так, это у меня 4 часа. Пятый канал. Три. Два. Пять. Четыре. Ух ты, блядь. Сейчас посмотрю наверх. Я не хочу смотреть. Глаз. Так, у меня нож активен, да? Так это, подбери. Листок упал куда-то или что? А, вот он. Так, у меня только 4 листа. Ага, хорошо. Мне еще что-то нужно сделать. Но я пока что больше ничего не вижу. Закрыто. Так, там было 4. Может, по часам нужно было? А ну-ка. Так, там было 4 с чем-то. Да ё-моё. Нет. Так, хорошо, поп... Всё, завались. Так, хорошо. Попробую еще раз телевизор. Он больше не работает. Хорошо. Ну, допустим, куб. Но у меня нету полной фотографии. Опа-на. А, это год смерти, наверное. А, все-таки полезно сюда смотреть. Окей.
Запомню. Шкаф. Ничего. Закрыто. Черт, а мне нужен еще один. Где мне его искать? На улице? Блядь! Что он хочет? Может выключить свет? Я не могу выключить свет, серьезно? Странно, окей. Так я уже все смотрел. А, не все, ладно тогда. Так, готово. И... Да, странно. Игра слетела, что ли? И знаете, да, игра слетела. Я ее, короче, перезапустил. У нас зима 1981. Так. Тут у нас уже какое-то дерьмо происходит. Так, топор. Спички. Могу я топором разрубить? Могу. Так, а смысл мне было стекло разбивать? Окей. То есть мне даже надо было что-то дать? Могу я вверх разрубить? Нет. Окей. Вниз. Так, стакан с глаз. Застряло. Топором? Нет. Так, окей. Что здесь у нас? Ох, ё-моё. Так. 0355 0905 и 1126. Хорошо. Походу этого нужно. Ага, еще часть. Здесь что-то нужно будет делать с этим. Так, а тут я смотрел. Здесь ничего. Так, еще одна часть. Ты, ё-моё. А как мне так сделать, чтобы... Ладно. Это подсказка? Паст. Ну, дрова сюда, скорее всего, да? Сразу их подожжём. И подожжу свечу. Здесь пусто. Ага, я понял теперь. Так, поехали. Так, а как мне время так сменить? Стопэ. Мысли. Окей, попробуй здесь.
9. 5. Ну почему ты начал двигаться? Так, стоп. Так, 9 и 5. Ну где-то так, да? Так, да, 6, 7, 8, да, 9. И ничего. Так, мне. А что мне еще есть? Стоп. Глазь, стакан. Так, тебя что, водой? Ну-ка. Так. Вода, хорошо. Еще наберу. Так, окей. Ага, все, у меня все детали картины, поэтому сразу картину делаю. Чтобы они меня не отвлекали. Так, а теперь думать с кубом, что мне делать. У меня есть топор. Ну вот топор мне нужно было только ради того, чтобы там сделать. Вот здесь нужно как-то, я не знаю. 11.26 мне нужно, 9.05 и 3.55. Ладно. Так, а светильник тут есть? Здесь, наверное, стеклом нужно сделать, мне кажется. И стул. Может, их поджечь надо? Нет. Так, ну все идет сюда. А как мне открыть шкаф? В часах, что ли? Серьезно дело? 11.25. Допустим. 11. Ну, 26. Так. Ну, я не знаю, как... Я не... Как... Нельзя ее поставить так ровно. Ох, ё-моё. Да, это жестко. Так, раз. Главное, непонятно, что делать. Стоять здесь 4. Так, стоять. 1. Здесь 2. 3. Так, теперь мне нужна доска. Где у меня была доска? 1. Можно понять, что это значит. Один, два. Так, крест, солнышко, гриб, таблетка. Так, фон, фул, короче, неясно. Слишком все сложно, слишком все трудно. Фу, как вариант, я думаю, нужно по порядку эти включать. Нет. Воду. А что мне делать с ним? Зато
затруднительным. 11.25.09.0.55. И что мне с этим делать? Я не мог понять. Вот одна, хорошо, задумка у меня была, что здесь. Но как? А ну стоять. Так, а, нет, не получится. Тут только одно вот это. Если б я мог как-то время тут менять. Оно что, не меняется? И это вот херово. Как мне открыть, я не понимаю. Полить? Нет. Ох, ё-моё. Пошел я в игру. О, потому что кто-то есть. Там был кто-то, я видел. Вот видели? Сейчас покажу. Вот. Да. И все. И главное, больше ничего нельзя сделать. Фу, я уже даже не знаю. Я, короче, клацаю, смотрю. У нас закрыта эта дверь, блин. Нужно с ней что-то сделать. Приемник. Может, вариант еще вот, смотрите, у нас же обычные цифры, да? Сейчас. У нас же обычные цифры, что у нас там было? 13-10, да? Ой, блядь. Сложно. И у нас еще что вот здесь вот. С вот этими все. Какие-то хери. Ух, и здесь у нас на картинах числа. Ладно, давайте, короче, на часах попытаюсь это отвести. 13.10. Ой, сейчас, тихо, тихо, сюда, сюда, сюда. Опа, щелчок был. А, и я типа этот, монстр, этот. It's me, это я. Так, ну ладно, у нас есть куб. А, так, ну мне открыто теперь все уровни. Но игра как бы не закончилась, мне кажется, потому что там мне бы это написали. Окей. Сейчас я хочу вернуться в зиму. Посмотреть на картину. Мне кажется, что связано все-таки что-то с этими погодами. 09, да? Сейчас тогда еще подпишу их. 1. Так, потом. 2. И это 3. Так, окей. Так, идемте тогда в обычный теперь мир. Так, сюда, сюда. Весна. Так. Часы, хорошо. Мне нужно 9.05. Так, 9. Вот. И 0.5. Серьезно? Лол. Это значит, мне еще больше загадок, поэтому давайте на этом закончим. И в следующей серии мы закончим тогда полностью.
Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Пока.